У нас 15 марта 2024 года, отгрузочка. Средство для промывки GT-Force Universal. Первичные и вторичные теплообменники можно мыть. Пластинчатые до 5-7 лет. Кожухотрубные, водогрейные котлы. Нельзя мыть алюминий, хром, оцинкованный металл. Комплекс кислот, комплекс ингибиторов. Хорошее средство моет довольно сильно. 10 штучек едет в город Москва. Далее, как трешки, так и литрушки. Универсал. 35 штук едет в город Казань. Здесь у нас тоже универсал. Еще есть ингибиторы, присадки для системы отопления. Ретард SH. Разводятся 1 к 100. Защищают от выпадения солей, пассивируют металл. Хорошая вещь. Будет отопление служить сильно дольше. У нас 55 мест едет в город Москва.